Да, росомаха это азиатский. Ну, барсуки хотят. Да, как медоед это африканский. Росомаха одиночка, а барсуки могут семьями жить. Большими. Ну, примерно это. Ну, примерно близ, да, близкие виды. Ну, это барсук еще не особо сильный. А на севере травки особо нет. По-другому нельзя. Медведь там тоже белый практически. Ну, да. Посадишь, а отойдет. Посади, только привязь натянута. Если привязь не будет натянута, а еще пройдет вперед. Отходи в сторону. Ищи. Yeah.
Поменять? Или ты уже тут так хорошо стоишь? У нас сегодня астрология не на нашей стороне.